Привет всем! Я сейчас покажу, как играть в Ponyville. Это такая игра. Ну, тут бачите, мне все, что надо, треба зробити. Ну, подивимося, чи тут... Так, тут не треба збирати. Ну, а наш шочек, тут у нас колесик 5. Не, зараз соберем. И потом пойдем погуляем. Так, давайте я вам сначала покажу, как яблоки собирать. А, это вот это пони у меня. У меня мало пони, если правда. Я недавно ее скачала. Так, монетки надо. Все. Так, яблоко. Вот яблоко. Вот. Это пони мной не контролирует. Блин. Это что, телефон мной не контролирует? Пони, разворачивайся. Ай. Сто секунд. Мало. Так, вот у меня еще такая есть пони. Вот еще монетки посмотрим. А когда вы собираете вот эти звездочки, бачите, у вас заполняется. Так. Две пони я вам показала, да? Еще у меня есть Твайлайт, вот. И еще один у меня есть. Ну, только его надо найти, он желтый такой. А, кстати, вот вы будете открывать элементы гармонии. Ну, вот он. Вы будете открывать их. И вот эта, ну, принцесса Луна, она злая пока что. Она станет добрая, если мы все откроем. Она все затемнила, дело в ночь. Вот я сегодня открыла вот это. Пинки Пай. Зараз я вам покажу элемент гармонии Флаттершай. Вот. Ну, он пока что... Так, где-то Эпплджек тут есть. Вот Эпплджек. Так, тут сейчас будет Рейбл Дэш. Вот. Так, сейчас покажу Рерити и Твайлет. Раз, вот Твайл, это элемент гармонии, и Рерити, элемент гармонии. Ну, сейчас я вам покажу, сколько я собрала их, элемент гармонии. Так, у Рейбл Дэш 1, у Флаттершай 10, у Пинки Пай самое больше, 129, у Твайлет 0, у Эпплджек 15 и у Рерити 17. Так, ну, сейчас пошлите, покажу вам магазин. Потом мы поедем к Эпплджек. На ее вот пони такие есть. Это за акцией. И вот пони. Вот это мне нравится, принцесса Кадлнс. Вот тут у вас могут написаны быть имена, бачите? Мне больше всего принцесса Кадлнс и вот это. Ой, это сейчас... Я вам показывала, что мне нравится и принцесса Кадлнс. И вот это белое, это нравилось. Ай, блин, что это с телефоном у моей? Ну, все. Теперь поехали на ферму к Эпплджек. Вот у вас может быть открыта вот ферма Эпплджек, а вот мы поневились раз. Ну, поедем к Эпплджек. Ну, моя сестричка Кира пришла опять со мной. О, вот одно яблочко, я люблю колы. О, вот Эпплджек, один знак. Вот это вот сильный Макинтош вон то. О, это мы от Селестии заработали 100 миллионов денег и один кристалл. Окей. О, все такое заблестело. О, у нас же 13 звездочек должны собирать. Это круто! Ха-ха. Кстати, может, подымемся, как у нас пони за 13?
Это Applejack за 16. Это за 14. О, кстати, смотрите, у нас будет уже 14, и мы сможем вот эту пони купить. Так, Apple Bloom это 500-600 гривен. Ну, у нас еще 500-900. О, мы купим Apple Bloom! Вот наш Apple Bloom прилетела. Новая пони, класс! Apple Bloom наша прилетела. Я не ожидала этого. Можно купить Apple Bloom. Так, вот есть еще такая маленькая, это которая дружит вот с вот этой, как ее там, с Rainbow Dash. Это ее дочка маленькая. Это тоже. Ну, все. Магазин. Вот, это можно все такое всякое покупать. Значит, декор. Так, где мой декор? Подожди. Вот декор есть. Колодец за 50. А тут самая акция. По акции все, так можно сказать. Это 5 кристаллов стоит. Это 15 кристаллов. Но я его уже купила. Тут все за звездочки эти. Но мне больше всего нравится за 19. Вот эту купить. Я бы очень его хотела. Ну, набор не мама. Ну, все. Бум-бум, вот это. Этот Violet Storm. Вот эти они дружат, бо они семья ж. Еще есть бабуся Смит. Вот бабуся Смит, бачите, это этот Макинтош. Бабуси Смит у меня нету, и Applejack. Это можно тут купить себе пони. Все. Ну вот, есть. Это награда, вот. Награда. Так, вот мне нравится вот это. Вот это Rainbow Dash. Это Rarity. Это Fluttershy. Это у нас есть этот Twilight. Это Pinkie Pie. Ти-ти-ти, она всегда прыгает. Это Applejack. Вот это какую мы еще не купили. Так, и остальное. Вот это мы купили. Apple Bloom купили. И вот еще вот этой малышкой из 15 еще одна. И вот это, помню, как она в мультике, помню, как она была злодюшкой. Ну, уже Бепси. Это был Бепси. Ну, вот это, помню, как она была справжняя беда, а потом она стала шукачим и пригод. Вот эти они шукачі пригод, бо вони шукають свої відзнаки. От ще є такі. У мене є ось така одна. І все. От ці треба буде заработати. Так, пішли далі. От це ось принцеса Селестія, принцеса Луна. Це Discord. Це Twilight. Це принцесса Каденс. Это принц голубая кровь. Ну, вон тут написано, я ж не знала его еще. Пошли дальше, дивимся. А, это вот это мене є. Ось це мене є. Так, це мене є. І Пінкі Пай я ще хочу купити. Це вони сім'я справжня, вона сім'я, якщо правда. О, вот это Эполів. Ну, що? Це Applejack, поняли? Що вот это Макінтош. Большой Макінтош. Это вот эти теж мені треба собрати. Это у нас Twilight, вот это ее подружка. И вот эти, а там вона, коли була маленькою, вона ходила з ними в школу. А, і ще я хотіла сказати, що вот Твайлет і от ета, вони дуже любили книжки. А, это вот, помнили те, где там были
ну, было вот это, ну, где там они ходили на ногах, поняли, поняли. И вот это было злой, а потом она подружилась с вот этим пони. Так, это, вот эти злодеи, вот это злодеи. Так, а вот это, она колись была злодюшкой, я теперь стала доброй, и все полюбили дуже. А вот это... Вона дуже зла, я її теж боюсь. Вона своїми зеленими волосами, як щупальці. Вона може всіх захватити ось так, кулак, і все. І от це, вона дуже любить моду, якщо правда. Дуже любить. А, ну, от ці. Це Єйс. А вот это такие, у него крылышки ему очень маленькие, он почти что не может летать. О, вот это пони нам задает питание, бо я не могу. Подожди. Так. А, ну ладно, поиграем, потом вернемся. Ну вот это сейчас покажет, как нам надо. Ну и все. Так. Ой, случайно перепрыгнула. Если вы упадете, это ничего страшного. Вас спасет Rainbow Dash. Вот, бачите? Спасла. Я вот на бочках не рассчитаю. Сейчас. Так. Вот, тут Спайк поехал, помечник Твайлет. Кристалликом поехал. Ой, опять не рассчитала. Ой, блин, я не рассчитываю на бочках. Все время не рассчитываю на них. Поехали.